В Нижегородском районе прошел сегодня рейд по проверке качества уборки снега. В этом году штрафы за плохую уборку выросли вдвое, до 40 тысяч рублей. Но дом управляющей компании даже высокие штрафы не пугает. Нечищенные дворы есть и в самом центре Нижнего Новгорода, на Большой Покровской. В данный момент, хотя и выпал снег, но видно, что под снегом лед и старый снег вот на площадках везде. Вот не убран еще до этого выпадания снега. Инспектором КОТИ было... Территория промониторена буквально 20-го, вот на фотографии есть число 20.01 в 11.48. На домоуправляющую компанию составлен протокол. Штрафные санкции на юридическое лицо от 20 до 40 тысяч. Мне кажется, это халатность с их стороны в таком случае, потому что все равно надо быть наготове. Это все-таки зима. Не знаю, они должны как-то держать на контроле этот вопрос и своевременно делать все возможное для того, чтобы не доставлять неудобств жителям города в случае, если все-таки выпадает снег. За декабрь-январь месяц нижегородским отделом составлено 64 протокола, а также более 14 протоколов на ТСЖ, ЖСК, управляющей компании. По поручению главы города Панова Владимира Александровича, инспектора административно-технической инспекции в ежедневном порядке мониторят территорию города Нижнего Новгорода, и за зимний период уже возбуждено 554 производства административных, в том числе 229 производств на домоуправляющую компанию